Так. Вот это. Топорик. Ну, топорик, ладно, не буду этот раз покупать, а то игры загнобил меня. Пошел в жопу. Вот это. Ну и все, и пойдем. А курицу купит кто-нибудь? Жора. Жора. А Жора согласен с этим? Я думаю, да, у них нет выбора. Понял. Как говорится, кто последний, тот и саппорт. Эмочка. Слушай, а Цемочка отличный выбор, между прочим, Джордж. Тимбер? Лол, ты свапнул Разора великолепного? Ясен хуй. Под тролля же, отличный герой. Тараску делаешь, и ты непобедим. Да ну нахуй, переполотов, не хватило. Слабый, что ли? Короче, ладно, го побеждать и что-нибудь другое сделаем. В смысле? В какую-нибудь другую игру, может быть, поиграем, я даже не знаю. Может, хотя, DayZ? Если пойдет, парни, если пойдет. Что там, ёбнули? Такой неуверенный врыв. Законтрился быстро, блядь. Джордж, ломаем эту мразь. Нихуя вы, блядь, парни. ФБ, даблкил, Жора. Жорж, а смажешь меня немного? Да, смажу. А у тебя нет чем, нечем смазать. Ну, блядь, я думал, у тебя даже танка нет. У меня ман закончился, смотри. А мы все равно возьмем его. Слушай, может мне на базу сходить? Слушай, нихуя, мне там прилипло вообще солидно к деньгам. Ты думал, ты столько фрагов сделал, не пожалел врага. А варды не сумеете никто поставить? Не, нормально, денег нет. Хочешь варды, играй на других персонажах. Да. Понял. Понял. Жорж, вложи в меня, пожалуйста. Сейчас. Спасибо. Еще вложу. Спасибо. А реген маны нахуй надо, правильно понял? Не, ну да, это для слабых, ну да. Вот так вот. Ну, тоже, в принципе, правильно. Цемочка, цемочка, ман регенит, регенит. У меня тут этот Гитлер пиздит на линии. Не, ну я что, сейчас возьму, возьму ман реген. Ах ты сука. А мы ее ебанем? Нет? Вы бы могли ебануть, если бы ты сделал что-нибудь. Не, ну... Блять, я далеко стоял там. Да, я видел, Жорж, конечно. Ты далеко стоял, Жорж, все нормально. Давай, качаемся. Я стоял дальше. Вот здесь, она стояла вот тут, чувак. Да, ну не, не, все, Жорж, извини, извини, даже что я это подумал плохо. Ты не мог, Жорж, ты не мог. Да, я не мог. На, я тебе еще вложил. Сан, похоже, понял, да, что здесь не вариант. Ребята, бузи, покупаю колечко и регенюсь. Да ну, дай посмотреть. Угу. Слышь, охуительно. Каком или нет? Это законно? Нет? По-моему, нет. Да нет, наверное. В некоторых штатах, в Российской Федерации, это запрещено, ребят. Ебать, у меня курица без палева бежит. In United States of Russia? Да. United States of Armenia.
Так, ну все, она сейчас такая подходит. А нет, она боится, ей страшно. Короче, если новые, ребята, даже на мирплан. Почему у меня читеры снизу? Потому что они хотят убивать. Потому что они на других лайнах умирают. Андрей, добей. Хорошо. Жорж, ныряем. Давай, иди. Иди. Ну иди. Опа. Смотри, писал. Не вовремя. Так, что там он? Почему я сыграл 20 против Треда и Нексуса? Не, ну так и получается, ничего смешного здесь нету. Не, ну мне просто нехуй 20 игр с таком дрочить, это норм. Хрен ты, понял. Что я понял? Ребят, покричайте, если надо, говорите. Я так понял, нахер не надо, да? Кричи. О, давай, Андрей, табор. Просто, Игорь. Игорь? Чё? Смотри в чате. Зачем ты так? Не знаю. Это было жёстко, на самом деле. Сука. Андрей нафидел? Да, чуть-чуть. Так, ладно, слышите, я в бой пошёл. Понял, Джора? Чувак явно стрим палит. Да не. Как ты мог подумать о таком? Ты вообще, блядь. Блядь, что за хуйня? Так, Андрей, а... Что? На сколько сегодня? Я говорю, я аж в экшен пошел. А, вот оно что. Ну, пойдем в экшен. Пойдем. Силабир, его друг тролль. Давай, я отправляется в экшен. Давай, делай это. И братишка Тимберсоу. Песен хуй. Там вот без купла, без купла. Один есть. Маны дал. О! А на пенек сел. А где воет? Забашить его, может, Игорь? Пинки, пинки ему. Или забаш. О, ого. Опа, опа. Еще один. Еще один, господин. Если уходишь, то только со мной, бро. Так, еще один, парни, продолжаем. Давай, давай, конвейер, конвейер. Давай, давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Покричал, ага. И раздолбили его. Я что-то помню, такое уже было в прошлой игре ультраки. Ага. Все. Кажется, наигрались. Может, там еще ТП-то сделает? Кажется, пошла игра, ребят. Эх, эх, эх. Шач, давай сможешь тебя. Не верю. И мое. Это плата за смазку. Это какая-то зелененькая, новая, не видел такую. У Игоря надо спросить, на самом деле, он разбирается. Не, сегодня, пожалуй, не буду комментировать. Игорь разбирается в смазках? Игорь, какую посоветуешь? Он красненькую советовал. Перевирай эти слова. Давай нападем здесь. Так он сам нападает. Да, получается так. Мишка посидеть решил. Лол, умри же! А, это без купола парень. Мы пойдем дальше? Да, конечно.
Джош, воровать-то не обязательно. Ну, нас же как добить, наверное, нет, Андрей? И все, воровать, воровать, криминал нет, какой-то. Своровал, своровал. Своровал. Своровал? Своровал, да. Так, а вы посмотрите то, что мы все восьмого. Замедление, мне нужен Сэндж. А потом Яша. Ребята, посмотрите, как мы ровно качаемся. Ну-ка. Все восьмерочки. Восьмерочки, хорошо качаемся. Так, наши враги не собираются сдаваться, я так понимаю. Не-не-не. Вот они сдадутся. Так, где это? Вот. Предлагаю, кстати, репорт вылезти. Кому репорт? Не, пожалуй, репорты оставлю для ранкет матчмейкинга. Там они слишком ценны. Я бы покупал их на черном рынке. Ну что, мид забираем, Гайс? Ну, если у меня около 200 репортов, я хорош. В смысле, самый счастливый человек. Тебя зарепортили 2000 раз? Нет, у меня 200 репортов есть. Свободных. Где ты их купил? Там же где сет на Легиона? Ну давали. О, тролль варлок. Показываю как надо. Давай. Они тоже показывают. Показывай. Давай. С куполом! Да ладно. Давай. Ой. Опа! Ой. Показываю. Ливнул, блять, после такого. Игорь, ты еще показываешь? Я показываю. Или все уже? Показываю. Смотри, показываю. Так, кто-то показывает, что-то не то. Игорь! Хорошо. Это мы умеем. Да. Пора бы Volvo репорты продавать в магазине. Кстати, я думаю, это был бы выгодный товар. Показываю. И смотрю. Где она? Поняли? Да. Игорь, смотри, тоже показываю. Давай. Показываю. Красиво, Игорь? Есть на что посмотреть, действительно. Я сейчас решил именно это показать. Ебать, они мутят. Блять, паровоз, осторожней! С облепихой? С какой нахуй облепихой? Меня хотят. Медведь, блять, хуярец. На, нахуй! На, блять! И вот это, что это? Шачло, блядь. Ебашим, хорошо. Покричал дальше в бой. Давай, ульту, давай, показывай. Показывай. Ладно, все, достаточно. Шачлос. Напомню, ребят. Блять. Че ты меня так проперл с этого медведя, ебаного? Ты бы мне ульту дал, я бы там ультракил сделал, а не Нексус. Блять, надо драться! Юрица, блять! Ах ты чиллер, блять! Андрей! Факер. Но я хотел все три забрать, на самом деле. Вообще-то я тоже такого мнения был. О! Показывай, ребят! Давай. Я могу. Еще немного. Показываю. Еще показывай. Давай. Слушай, она тоже показывает. Шач! Ёбак. А что было? Показал. Там бедный Фурион потел, хуярил. Так, ребят, смотрите, жало, вот она комбинация. Блядь. Все быстро хуярят, кроме медведя. Смотри, как это. Опа, показывай. И медведя хуярит, да красава. Так. Хуярили. Так, по-моему, время показывать. Давай. Я тоже иду, сейчас покажем. Воу. Нормально? Весело. Так, сначала один. Потом второй.
Там Медгард все еще ливнул, блядь. Кто следующий идет, ребят? А, о, я факер. Понял. Факер пошел, хорош. Жорж, ты следующий. Хорош. Вот и пошла игра теперь. Изикатка вообще. Факер, блядь, хорош. Ёбок. Я только увидел, посмотрел, труп на фонтане на боку лежит. Фурион отдыхает. И сейчас они все четвером возвращаются, блядь. Венгас еще не ливнула. Ну там камбэк. Ну, а, венги... Это мы сейчас все равно сломаем. Не, ну так-то после прошлой игры я вот все думал, может это все-таки стоит это поломать здание? А! Ты то есть думаешь, и здесь такое может случиться? Не заметим пятерых по миду, блядь. Паровозиком. Ликантроп из той игры просто опять же делает ТП сюда и хуярит нам здание. И мы идем играть в DayZ. Кстати, Шач, а у тебя нету случайно этой игры? Случайно нету. А специально есть? Блять, я иду, они все мои. Ебать, сколько денег! Показываю! Давай. Кукану! Кукается. Блять, башей не было. Блять, он охуел? Жорж, ну забирай же ты его! Блять, какой он молодец-то, а? Как лев дерется просто. Байбекается и снова как лев дерется. Блять, он тут. Показываю. Давай. Так. Давай. Так. Так. Лов просто дезолятор купил райт-кликом. Что? Винга. А чё, охуела? Показывает. Показываю. Блять. Электрик! Нет, нихуя. Я к вам ТП делаю. По-моему, она тебе показывает. Давайте разъебем. Вот Вингу, давайте. Слабо? Чуть-чуть. Не, нихуя. Блин, Гасмек и Дезолем. И пизда. Сапожи. Здорово. Да ты небось шутишь. Короче, есть у меня идейка одна. Какая? Да вот я уже показываю. Он охуел. Не иначе. Блин, я по-любому сильнее этого таура. Парни, помогите, я не собираюсь отступать. Урны, каждый... Идет титан. Парочку ударов. Блять. Лол, какого черта тавр не под... этом... не под куполом? Властен? Времени? Ну да, типа того. Ты видел, какую я магию умею делать? Говнина. Иду показывать, Лина. Лина тут. На нахуй. Это же ультракил! Игорь, а ты не думал играть в профессиональной команде какой-нибудь? И там тоже делать ультракилы? Я показываю. Оп! Оп! И сейчас свапнет тебя не будет. О, хорошо. Пятый. Показываешь, Игорь, хорошо показываешь. Good game, well played. Next, что это за такое? Scroll case.